Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» проводили в этом году впервые. В 8 номинациях выбраны 24 победителя. Среди них фармацевт из Лебедяни Марина Кулешова. Марину Михайловну отличает высокий уровень профессионализма и компетентности. И вот благодаря своим знаниям и навыкам она с успехом выполняет любую работу в рамках вот деятельности нашей аптеки. Марина Кулешова в профессии более 30 лет. Все эти годы отдала родной аптеке. На награждении в Москве Марина Кулешова получила памятную статуэтку и диплом из рук академика Евгения Чазова. Не передать словами, когда ты поднимаешься на сцену, там стоят министры, стоят все такие. Но это уже обязывает к большему, что нужно повышать свой уровень знаний, все дальше стремиться, все дальше, дальше, дальше. В десятку лучших медицинских сестер вошла медицинская сестра Становлянской районной больницы Ирина Кривых. В профессии она уже 17 лет. Из них 10 трудятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ирина Кривых награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения. Неожиданно было, конечно, очень неожиданно. Честно, думала, что такие конкурсы выигрывают в основном большие города, и не рассчитывала, что обратят внимание на нашу глубинку. Для всех участников конкурса было определено обязательное условие – не менее 10 лет работы по профессии и не менее 5 в той медицинской организации, честь которой выпало отстаивать. Липецкая область принимала участие в 5 номинациях, в 2 мы оказались лучшими. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, «Липецкое время», Лебедянский, Становлянский районы.